Живопись с доставкой на дом. В научной библиотеке накануне говорили об одном из самых необычных музеев области. 5 лет назад в селе Поповках Волынского района энтузиасты обнаружили дом с расписными стенами. Рисунки сохранились с начала 20 века. Прежние владельцы хотели сделать из ветхого помещения баню, но его выкупил аспирантка из Петербурга. Знаменитый дом со львом скоро смогут увидеть и саратовцы, причем не выезжая из города. 17 мая в ночи музеев горожан ждет виртуальная экскурсия, на которой представят необычную живопись. Мы все вроде бы знаем, что резьба есть, знаем там хохлому, но то, что существовала такая традиция крестьянские дома расписывать, наверное, это меньше известно. Я была, конечно, поражена, потому что этого не могло быть никогда, не могло появиться такого дома, он не мог никак сохраниться, его не могло быть в Саратовской области никак, ни в коем случае, но тем не менее передо мной был этот дом.